Всем большой привет! Меня зовут Наталья Клевер. Сегодня я буду готовить яблочный штрудель. Вот так он выглядит. Очень он получается вкусный, сочный. Вообще я обожаю штрудели любые. Яблочный, грушевый, вишневый. Но сегодня хочу показать вам рецепт, как я готовлю именно яблочный штрудель. Изюм хорошо промываем и заливаем кипятком. Далее чистим и нарезаем яблоки. По желанию, чтобы яблоки не темнели, можно сбрызнуть их лимонным соком. Теперь на разогретую сковородку кладем кусочек сливочного масла и отправляем к нему яблоки. Добавляем к ним 3-4 столовых ложки сахара. Все зависит от яблок, какие они у вас, кислые или сладенькие. Все хорошо перемешиваем и тушим их. Жидкость вся выпарилась, все, выключаем яблоки, они у нас готовы. Теперь я займусь тестом. Посыпаем рабочую поверхность нашу мукой. Выкладываем готовое тесто и будем раскатывать прямоугольный пласт. Теперь тесто смажем растопленным сливочным маслом. Смазываем так, чтобы остались у нас несмазанные края. Так как я буду делать два штруделя, значит яблоки я делю напополам. Сверху яблок посыпаем панировочными сухарями. Следом кладем изюм, орехи и присыпаем все корицей. И теперь аккуратненько все это заворачиваем. Ну вот, первый штрудель мой готов. И отправляем его на пергаментную бумагу на противень. Теперь штрудели хорошо смажем взбитым яйцом. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Ну что, у меня прошло 30 минут, и штрудели мои готовы. Вот так я готовлю яблочный штрудель. Вот такой он красивый и вкусный получается. По желанию вы можете всю начинку смешать прямо в сковороде. Как только приготовятся яблоки, вы можете добавить туда изюм, орехи, панировочные сухари, все перемешать и уложить уже на тесто. Без разницы, и так получается очень вкусно. Ну что, пробуйте, готовьте. Спасибо, что смотрите мои видео, спасибо, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки, пишите приятные и добрые комментарии. Ну и как всегда, желаю вам приятного аппетита и всем пока-пока!